Алтайский район, 1200 метров над уровнем моря. Даже в мае здесь еще лежит снег. По склонам прогуливаются десятки маралов, пока еще с рожками, или, как правильно их называть, пантами. Скоро животные их потеряют. Весна для мораловодческих хозяйств – время срезки пантов. В крае общее поголовье маралов более 20 тысяч. Мы находимся в горах. Здесь очень красиво, здесь разряжен воздух. Здесь у нас живут, вокруг, в горах у нас живут маралы. Здесь мы принимаем людей, к нам приезжают и очень много отдыхающих из разных городов России, за рубежа. Интерес к продукции из пантов привлекает на Алтай все больше туристов. Но немногие видели, как добывается сырье для косметики и лекарственных препаратов. Для марала процедура срезания пантов болезненна. Именно поэтому в одном из хозяйств Алтайского района для обезболивания используют современные немецкие препараты. Такие можно найти в стоматологических клиниках. Один рог в среднем весит 5 килограммов. Кстати, опытные мараловоды знают, как определить качественные. Достаточно измерить основание. Чем толще ствол у пантов, тем лучше. Мы режем 2 раза в неделю. Между срезками 2-3 дня. В день по рогач дополнительно дает 150-250 грамм привес. Панты алтайских маралов Международная ассоциация производителей называет самыми полезными в мире. Но чтобы они такими были, их нужно правильно хранить. Для этого их консервируют. Процесс длится 1,5–2 месяца. Долго, зато сохраняются все важные микроэлементы. Оценить продукцию из пантов смогут все участники фестиваля алтайского марала. Он пройдет с 28 по 29 мая в Алтайском районе. Организаторы обещают выставки продажи продукции, а гурманы смогут попробовать блюда из мяса марала. Олеся Роженцова, Александр Захаров, новости.